Праздник Чакчак-Байрамы отметили карагандинцы в Центральном парке. Татаро-башкирский центр «Ихлас» проводит такое мероприятие ежегодно. Жителей города ждала концертная программа и множество угощений. Подробности в следующем материале. Сложилось, и так судьба распорядилась. Чакчак-Байрамы проводится татаро-башкирским центром «Ихлас» уже в шестой раз. Зародился этот праздник в 2007 году на 4-м всемирном форуме татарской молодежи в городе Казань. Вот уже более 18 лет плодотворно работает Ассамблея народа Казахстана. И благодаря заботе Ассамблеи народа Казахстана все народы, проживающие на территории нашей республики, имеют возможность сейчас возрождать свои национальные обычаи, традиции, язык. На праздник Ринат Шайхудинов пришел со всей семьей и братом, приехавшим из России. Семья Шайхудиновых никогда не пропускает национальных праздников. По объявлению увидели, что будет праздник такой, Чак-Чак парк, решили обязательно пойти, встретить кого-нибудь знакомых, послушать музыку. В число старинных татаро-башкирских праздников входит также Сабантуй. В выходной день с концертной программой для карагандинцев выступило татаро-башкирское объединение «Алсу» города Шахтинска. Бакыт Гулюкасова, Дмитрий Оборок, Равиль Валиев, 5-й канал.